Соответственно, если убьем ее... Стойте, я лечу с какой-то жопы, подождите. Там пизда на входе какая-то. Я вообще в Долоране появился, призрака. Не повезло. А чё, я зайти не могу? Смотри, Лек сам, соответственно. Ебать, а как мне попасть? Вдыхнуться, призрака, маску ждать. Чего? Кто там? Джерада. Я в Долоране появился, призрака. Так, а где его тело? Я не вижу. Не получится уже, три раза так пробовали. А ты умер-то где? Кто тебя убил? Умер? Ну я как это... Это самая штука. В Долоране духом стою. Вставай духом, Долоране, хуй делай. Погодите, давай. Тело его в инсте должно быть, возле босса. Не риснем мы его, бля, сколько раз пробовали уже нас. Нету тела. Даже если бы можно было риснуть, нету тела его. Чего тут? Чё, пиздём? Да, давайте оперативнее. 29 минут. Бля, ну это 10 минут, надо ждать, чтобы у нас два человека с маской спало. Какая маска? Я о чем, блядь? Шреддер и Джерада. Маска. Шреддер, ход Джерада. Это после релога у вас маска появилась? Нет. Ирдоран выкинул их тело в ЦЛК. Ну что, блядь, первый раз ли маска? А, нет. Не, у меня не так. Я зашел духом, потом я захожу в ЦЛК, кто-то агрит лану в это время, и меня дропает в Доларан. Да хватит меня сумонить, когда вы сумоните вообще? Давайте, ребят. Подходим. Ну, считай, у нас будет минимум 2-3 трая для квеста. Ну, 3-то ты, конечно, загнул. Да, он за Doom предлагает, может, замену возьмите на нас пока. Так, а можно человека занять, ребят. Ради квеста, успокойтесь. Будет еще шанс нас убить. Ничего. Подбегайте все на лан. Меняю, и чё? Да, какие сапроты, нахуй? Сапроты, наоборот, тебе, блядь, хуже сделают. ДПС, если чем будешь, сапротами, нахуй? Лекс, и, кстати, я лог смотрел, но это, ну, наших траев, когда меня ваншотил босс. Меня по 4 секунды не хилили, так что это просто хилы бомжи были. На самом деле. 4-3 секунды, это 2 удара точно, а один удар 36 тысяч приходился, а второй 38. Ну то есть, если бы не хилит, в эти... хилы бомжи были. Так что не надо, там даже 230 какой-нибудь танк выдержит. Нормально. Это когда? Юля, это когда мы 25 ходили. А, второй раз когда выходили? Да. Да, так что это. Блин, я что-то выходил, слушал, что-то. Да я вот тоже говорил. Думаю, то, что тебя, если ну, тебя бы шотало на том боссе, то на других бы тебя точно так же. Все 3 трая я умирал, потому что меня 4 секунды не хилили. 3 секунды 48 миллисекунд. Ход. Там. Мы пили сапроты в претендах, потому что мы не стояли все в миллизоне. И типа, ты понял. Так. Почему у них там маска? Шреддер. По 8. 7 минут. Ну что, можно пока пофкашить, да? Пока, да. Рыбу поешьте пока. Чтоб сразу были готовы. Пока у вас есть перекур 5 минут. Через 5 минут все должны быть здесь. Пока ждем 3 маски. Ну, теперь желательно, да, собирать тебе 10 как минимум, или сразу на 12.
Стараюсь желательно. Нет, нам не два босса осталось. Ну, это понятное дело, конечно. Да, будем тратить рунзы. Юля, вот на этой неделе я как раз таки в воскресенье не смог. В субботу, если. Ну это у тебя надо спросить, ты работаешь или нет. Да. Что ты зал сегодня будешь собирать? А? За? Че? Будешь ходить за собирать? Не знаю. У меня нет желания после двух моих после. Я за дом делся. Он написал, что выйдет, пока, чтобы глазка не текла. Есть Дживс? Вставь. 14. Есть у кого Дживс? Пись. Чё? Дай Дживс. Мастер тут? Да. Кинь обмен. Вой, тут я что там по осколку? Ход тут. Обмен кинь. 34. Выхухоль, обмен кинь. Не двое.
Что ты там всем раздаешь? Новогодние подарки. Да, на тебя нету у меня таких. Обмен. У меня нету с собой тьмы, я тебя надел. У меня науки в дохуя стоит. О, одна маска спала. Давай, РЧ тут осталось. Все уж. За дом тут. Заходи. Дом. Попивайте. Чек на ФК. За дом. За дом тут. На тебя за место стрел. Так, починились, тут есть Дживс. Чек на готовность. Рыба. Рыбу ж ставила, ребят. Бери, волк. Рыбу ж рынке под котом. На ай, секунду, под котом. Пожалуйста. Я уже поставил еще одну, блядь. Давайте быстрее рыбу едим. Че у тебя? Алиса, пей фланску. Еще раз чек на готовность. Бойзер, мастер. Пьем. Жа, я выпью, предполнится нормально. Так, анкил. Ну, у меня 56 минут висит, Алиса, выпей фланг. Отлично. Отчет на пол. Ёбаный в рот. Ты, блядь, строй батовский, нахуй, ДБФ. Мастер турбо. Вместо Дайбеттер вышел. Шарпи. Зеленка тоже скидывает, нихуя себе. Зеленка скидывает? Да. Не, не скидывает. Он скинул. Как ты скинул, Шарпи? Так, лишний флут. Убрали. Турбо, задума, мастер ход. Анкил. Тотем трепета бузер. Лиловчик. Рейнджу направили. Рейндж 10 между друг другом. Начинаем представление. По хил рейда. Какая жалость. Бузер, встать можешь, вставай. Моса Берни или лиловчик? Блять. Так, The Doom, мульти, турбо.
Турбанкила. Шеддер побежал. Джурана Бузи. Джурана Бузер, вестник, ход. Давай, Мидвея. Мульти на хп дай. Мастер тебя не назначал? Нет. Давай, Шансунга. Мульти на ману. Пробафали. Мурбеттер на ману. Бэхухоль. Если что, у Дойла на хп нету. Покусали быстро. Дальше кусаете в этот, ДДшников. Любых, кого найдете. Угу. Сдох. Плотной смерть. Чувак, поднимай. Блять, нуб, сука. Сотем трипта. С укусом было? Тьму, да. Отдали ауру тьмы. Быстро. Шансунг на хп. Рейнджу набрали. На сейвы. Мурбеттер на хп и Джованни тоже. Лопасос дашь по мульти БР. Рахил рейда. Быстрей. Раскусали ДДшников. Войд вот стоит, не укуш. Давай, 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 кусаем. Войд. Угу. Раскусали? Леру. Я не успел. Блять, ну вы издеваетесь или чё? Бейте. Убейте Шансунга. Или шипаните, что не делать. Блять, да ну вас. Анкил где? Умер? Мультя? Нет, в рейде. Убили. Забери босса, босса забери. Успеваем, только не тупите. У нас ДПСа много, даже с такими, блядь, раками. Лут поставь. А лут не стоит? Отлично. Мелочи на спасен. Хилы, ГЦ. Переставь. Анкил, я тебя запомнил. Если что. Жесть. Хорошо. Слил меня взял, ну. Квест давайте. Я отомстил, я их двоих убил. Внизу, а у входа. Сейчас кто-нибудь вниз, слева. А кто отомстил? Турбо убил двоих этих негодяев. Молодец. Вожуха. Шансунг, Анкилу, какой-то. Покровый рубин. Смотри, смотри. Опа, нихуя. Ребята, опа. Подожди. У тебя боец. Выскакивается эта хуйня, да? Вот. БГБ, лимон, БГБ. Здесь я что ебанулся, который тут большой. Ну на хилов только это что еписовая идет. Что, две печеньки одинаковые упали? ГБ, блядь. А, баян ролл, ГБ. У меня, не знаю, или там что-то с ЭПГ лутом, или у меня одна и та же печенька выскочила дважды. Это две одинаковые. Нет, просто это, выскакивала хуйня. Просто выскакивает табличка у вас. Вот третий. Третий раз. Да, да. Ну вы почаще сумку открывайте при разрыве лута, ёпт. Какую сумку? А, ты про мешок? Угу. Вам говорил 5-6к, а нормально. Вот брать или не брать? Вот в чем вопрос, блядь. Давай в ГБ положу. А че продать хотел медведь, блядь? У меня косарь голды остался на всех персов. Нормально, чё. Куда ты их потратил? Я их и не зарабатываю, так сказать. Да, круче это. Ну чё, хилы, возрадуйтесь, да? Ты, я сейчас её заберу. Это на хила, что ли? Она только хилам идёт, поскольку есть этот, с этого, блядь. Шея с бурстом, с острова. А хилам одна нахуй не надо. А я так, а чё не надо, если там
прока 480 СПД. Схила шеи. Схилам шея нахуй не нужна. Здесь, давайте трэш чистить, хули стоит. Погоди. Колье давайте раскидывайте и сейчас пульну. Чулан, а ты что, не хочешь брать шею с острова, что ли? Ой, не, я зря что-то рольнул ее. Она у меня же есть шея. Да, кстати. Почему? Плюс прок, нахуй. Все. Я этот разлай сделал. Все, отдал. Да. Да. Ну, нормальный так-то. Если не собственно. Череп крест, пошли бьем. И кому лень-то фармить остров? На пол дали. О, колечко. Нет, на печеньке не работает. Блять, опять этот звук ебаный. У меня, кстати, этого звука нет. Минорам грейд на печеньке. Может быть, он про звук срыва кроя. Вообще, по логике, он должен бы работать. Потому что если на шмотке работает, то и на эти тоже, там же тоже самое. О, понял. БГБ. На шмотке-то пускай работает, пока токены бегают, падают. По черепу играем, все по черепу быстро сыграли. Быстрее. А что там у Зайла упало? Колечко. Сука, мне отдаёшь. 5к на твои. Это какое? По охотницу в приоритете. Вот насчет этого апгрейда, я вот не понимаю насчет офф спека. Ну, если на мейн спек просто разница, почему на офф не идет разница и половина? Все равно дешевле берет. Ну просто, к примеру, что я там забирал? Наручки. Ты не хочешь минор апгрейд за 10%? Пояс я забирал, который он никому нафиг не нужен, я в этом уверен. Его за 10% просто забрать, если он никому... Вот именно, я же говорю, я его мог бы с таким же учетом на 10% ролить. Я бы забрал если его шел, за короче, 30 если... ГП его, а не за 100 с чем-то. Вот чем прикол. Вот поэтому я же и чё ролил, потому что с апгрейдом было бы 50, там 50 с чем-то или сколько, я не помню. Ну а так, то смысл. Ой, нет, блядь. Я проконтролирую, что в следующем рейде никакого минору прейджа, блядь, на хэмовскую печеньку не было, блядь. Мы не сносим нахуй 13 боссов с 13. Минор апгрейда нету. Вы о чем? На печеньке? Шоу Шейпер кто-то печал забирал с минор апгрейда? Нет. Что за новость? Не, просто Шейпер что-то себе накручивает. Не вы помню, блядь, такого. Когда говорили нахуй за минору прейдж, вы вообще, блядь, все присутствовали и что-то все нахуй про это забыли, блядь. Одновременно, а потом, блядь, спорить, я, какого блядь... хера я забирал за фул, нахуй, а другие нет. Ну, блядь. Я тоже все шмотки забираю за фул, блядь. Меня волнует другое. Где наша бусинка? Чё она молчит? Какая бусинка? Трисечка, конечно же. Хилит она её. Чё у неё? Мохнатый друг ей не понравился. Пусть побреет своего друга. Стропаном? Крис, ты чё молчишь-то? Обидел. Крис, если ты говоришь, тебя не слышно. Она, наверное, обидела, что не ей багруха ушла. Делила. А, бой. А чучело багруха ушла за минору прейдж? Нет. А ты тоже, нет. Тоже боешка. Боешка 37-я, ты о чем, да? Нет, у него же боешка, ну и что? Так, а он почему? Я не об этом, надо говорить про минор апгрейд, ребят. Не все, блять, у вас рейд, типа, шмот раздает рейд-лидер, чё, блять, знает нахуй, у кого чё есть, блять, а у кого чё нету? Или чё?
Ну, скажем, про этот минор апгрейд, смотри, Тём, про этот минор апгрейд. Вначале, как только начали ходить в хэм, никто не говорил. Вот лично я говорили, об этом узнал только сегодня. Говорили, когда вводили, блядь, ИП, ГП, лутмастер. Ребята, говорили про минор апгрейд тогда, когда попросили поставить всех аддон, и мы выясняли, что какая кнопка означает. Тогда мы ждали этот минор. Ну, хорошо, скажем, может я об этом не знал, или это где-то или не написано, или я не прочитал. Ну, потому что то же самое я забирал наручи за фул, а не минор, которые с леди. Многие поначалу забирали за фул, потому что вроде бы и обсуждали, но никто на практике и не пробовал этот минор делать. А вот спустя по пару рейдов уже начали забирать за минор. Да. Так, этот, как его, Войт тут? Например, я ни одной шмотки не забрал по минору Прейджу, блядь. Я, сука, не спорю, да, а вы, блядь, мастер. Спорите за эти пару ГП, нахуй. Заебали в натуре. Мастер, успокойся. Мастер, при чем здесь тебе это? Не имею разницу у лопососа. Мастер, просто после такой хуйни у нас Гурский больше в рейды, блядь, не ходит. Мастер, у тебя просто этот воля прокает на трэше, поэтому тебе не надо. Нервничает. Как минимум, я что так сейчас говорю, потому что я бываю только на одном РТ. Да, только в ХМ-ке. Больше у меня нет времени ходить. Только я здесь получаю ЕП. Так. Давайте после этого разберемся. Чек на готовность. Алиса слева, Лимон справа, как обычно. Приоритеты вы все свои знаете. Че, кого бить? Твися, Моса, давайте летаем. Не, я не летаю. Я ж в прошлый раз летал, с меня летун вообще не очень. И хил слабый атаками. Так, Бузер, ты у нас в прошлый раз хорошо летал или плохо? Так. Плохо. Давай, будешь учиться. Журада, Моса, Зойл, вы на рейде. Бузер, Твинси, летаете. Так, а может, летает. Ты еще Зойла? Слышишь, может, Зойла отправить? У него каст хил тоже вроде хороший. Треть. Ну, полетайте, Зойл. Если что, будешь этот, как его, выходить, подхиливать. Если да, сейчас. Соответственно, этот, как его, выйдешь, будешь хилять. Соответственно, втроем будете летать. Твинси, как вы летаете? Зойл на месте бегает. Перезахожи мне, Вакет. По часовой. Летаете по часовой. Летаете за Твисси. Твисси, да, где ты там? Я на тебе меточку воткнул. Ну, это звезду. Будешь суперзвездой. Ассиста тебе поставил, если что, сама накинешь на себя. Чек на готовность. У Зойла хаприст есть? Может, все готовы? Нет. Счет на пол. А уешим быстрее. Подойдите. Бузер, тотем очищения воткни. Разгром слева. Это что такое? Подойдите ли? Разница. Так мне за боты тоже с ними, блядь. Я тоже боты забирал. Я же говорил, что сейчас начнется, блядь. Пиздец, блядь. Это бред снимать разницу, когда уже, блядь, все не поскидывало.
Это надо самим Гурским решать. Думаешь, он после этого пойдет? Ты поговорите с ним по-хорошему. Мы уже раз хотели, он даже не зашел в Дискорд. Надо еще раз спросить, что ли. А хули вы им ЕП даете? Блять, заткнулись нахуй с этим ЕП. Лил Марти вылетел? Плохо. Походу, да? А, да. Чё, плохо, сундук не открывайте после убийства. Всё. Да я не про это. Каток будет не вешаться. Подойдите ли. Разгром справа далеко. Есть только одна проблема. Они не могли знать, что он есть, когда они не слушали это. Потому что у Вайда нету кнопки Minor Upgrade, насколько я видел. У меня нету кнопки Minor. Либо у Тёмы, да. По подавителям играем. Подавители. Разгром слева далеко. Алису прохил. Моса бейр. Пробафали дуэт, танки нашли. Стаков поменьше набирайте хилы. Они сами скидываются. А, ну окей. А то я что-то запрос вас отхилил. Подавители. Шансунг на ману ской. Вместо дебета на ману ской. Подавителя. В озеро толстый идет с правой стороны. Зацепи, Алиса. Алису там продиспеливаете, болезнь. От болезни очень больно шьет.
Че, один могу только диспелить или че? Друид не могут. Паладина тресты. У них друидам относится. Сундук только не открывайте после. К сундуку никто не подходит, разгром слева далеко. Подавителя. Ну, этот, вот, да? С какой стороны? Справа, слева. Отходы слева. Алис, скоро ты сяд. Спасибо. Блять! Откуда? Охуеть, давай БР подключить. Вы не дохилите, дайте БР. Не дохилите надолго. Лопасос. Только давал. Так, мосс давал. Даю, сейчас я бутылек выжру. Все. Подавители. Позер, мы в один портал не можем заходить. Разгром справа. К нам надо хилить. Подавители. Тирост. Тимка. Дайте поиск. Чё не дайте? Подавители слили. Я в нуле. Че, руки дайте, повальте. Так, Мана, кто-нибудь там гимн или что-то нет? Мульты, да, я гимн. Крылья, руки, палы. Да я уже давал так. Может, и не дал еще. Гимн на хп все присутствует. Так, к сундуку никто не подходит. Задум, шкаф поставь. Тыкнули. Ну, пасос, отойди или тыкни, блядь. Угу, лутай. Блять, лут забыл. Отказываемся. Yeah. На проф идем? Говно, блять. На кит норм. Захотелось пойти. На проф идем, Тёма? Да, идем. Да, да, идем. Блять, кто распылить жмет? Ну и... Серьезно, ребята? Вы, блять, издеваетесь? Ну, если турбойс выигрывает, значит, логично, что... Турбойс, красава. Жел, Твинсио. Красавцы, все пришли. Красавцы, нахуй. Сказано от, этот, отказаться, блядь. В чем проблема-то, нахуй? ГП. Ладно, ребят, я спать пошел. Расплыла, блядь. Заебись. Осколок забрал?
Да. Распылить его нахуй, как шмот. Просто три шмотки распылить, блядь. Сука, пиздец, нахуй. Я еще тоже, блядь, распыл нажимал, нахуй. Молодцы, нахуй. Просто я же знаю, что есть нидеры, блядь. Тут бас, нахуй, все послушались какого-то хуя. Топ-плащ. Плащ тоже распылили? Да пиздец. Да ладно, ты чё, плащ распылили? Да не может быть, ебанулся. Всё распылили. Молодцы. Блядь, это топы... Я нихуя смешного не вижу в этом. Хорошо, объясните мне тогда такой момент. То есть кто-то должен был нидить, правильно? РЛ, помощники, кто-то, или вы не нидили? Как? Ну, вообще правильно Тринчи говорит, как бы это, ну, тут ничего такого нет, чего вы ХП за что даете? Ошибка несколько, как минимум, человек. В смысле, а за что ГП? Прикол. Потому что я получила кристалл пропасти? Ну, извините, ребят, что я сказал делать? Кто нидил? Никто не нидил. Что я сказал делать? Это хорошо, что? Блять, в моем понимании, ГМ жмет мне не нужно, остальные отказываются и не пылят. Скиньте за все три шмотки КП и все, и забудьте про них. Осколок только отдайте мне, блять, что-то будет. Пизду. Ну, блядь, сдизли, ёбаный в рот. Тём, но с другой стороны, почему никто не нажимал нужно, да? Вот ты говоришь, отказывается. ГМ нажимать нужно. Чтобы, блядь, потом разролить через ответственно. В чем проблема? Или так не разролится? Или что, блядь? Сука, 10 лет, блядь, так играю, ГМ всегда нидит эти шмотки. Остальные похуй, откажусь или распылить? Похуй, хуярь тебе ГП. Какое ГП распилившим? Я не понимаю. Только что дали ГП, потом списали. Можете заново дать? Так. Забейте вы хуйно. У нас одно место на замену. Я сейчас нахуй тебя пошлю. Лучше ничего не пиши. Так, ладно. Подошли сюда, все. Пойдем этот... Обидно, конечно, очень обидно. Подходим, Бодь, давай, подходи. Давай, погнали. Войт, подходи. Заходим. А, блядь, не успел.
Ой, какие 583 ГП? За ботинки, которые нахуй никому не нужны? Или перчатки, которые никто не будет забирать с Радика, потому что они не знают, что такое этой перчатки? За каждый. Да ладно, все, все, все нормально. Не, ну, да, пусть будет так. Смотрите, все много на антиз пошли. Какие, плащ? Осколок-то отдайте, у кого осколок? Да, осколок на родину. Турбо у тебя сколько? Осколок? Он не тот осколок, он кристалл пропасти. Да, да, вот этот кристалл пропасти. Что, будет перекур? Поднимаемся. Никаких перекуров. Лекс, ты чё, зайдёшь или чё? Бля, ну это плохо, ёпта, у нас минус два, нахуй. Чё он писал? У него уже 11 часов ночи, ему надо уйти. Ну, либо он говорил, пару траев у него есть. Где, я не вижу от Лекса, нихуя. Он в Дисе говорил. Он в Дисе сказал. Я на профа, 1-2 трая, ибо уже 11. Написал в чате. Том сказал Дисе, что он волк, потому что спать идет. Там... О, блядь, заебись. Кто зашел? Лекс? Нет. Бля, если бы еще колечко распылили как-то, если бы оно было, я бы вообще бери. Упало бы, блядь, если бы петля и колечко там куску, я бы, блядь, тут всех... Ребята, упало бы, не упало, блядь, мы научились после этой хуйни, что больше такого не будет. Если будет, значит, нихуя никто ничего не научился. Это нихуя не, никто не научился, потому что, во-первых, это ошибка не тех, кто нажал на распылитель, а да. Во-первых, это в первую очередь ошибка того, кто не поставил лут, это первое. А второе, если на то уже пошло, то надо давать ГП всем, кто жал на дис, а не тому, кто прилетел, кому прилетел кристалл. Ну, я согласен с Мосой. Всем, кто нажал распил, блядь, по ГП, блядь, на ту шмотку, на которую они нажали распил, нахуй. И во-первых, тоже... две шмотки, блядь, нулячие, которые, сука, никто не заберет. Это раз. Настя, а при чем здесь какие шмотки? Это две дисциплины, и похуй, какие там шмотки, блядь, хоть 200-го и левела. Дисциплины, давайте уебем РЛом нахуй, да? Ну, не знаю, если бы я РЛ был, я бы ебанул ГП всем, кто распил, нажал. И лутеру тоже, я блядь, в первую очередь себе, то есть, нахуй. Что ты был РЛ, да, РЛу. РЛу в первую очередь, да, вот так бы я поступил. Ну, поэтому РЛ не я, пусть там хуярит, как хотят. Но, в принципе, такого быть не должно, на мой взгляд. Если РЛ сказал отказаться, похуй, что он там, может, блядь, он залагал, нахуй, он не сможет нажать нужно. Если нажал... отказаться, сказал, нажали отказаться, значит, блядь, жмем отказаться. Почему на остальных боссах, нахуй, вы не отказывались, когда я жал распыл, нахуй, а на этом боссе именно вы все отказались? На каких остальных? Скажи, на каких остальных? Был еще один босс, нахуй, тухлопуз. Сегодня такого не было. По видео Вайда посмотришь. Да, ну, тухлопузе был лут. Ну, видишь, забывает, РЛ, что тебе поделать. На тухлопузе либо на ком-то еще одним был точно, потому что я помню. Да, попробуем сейчас, блядь. 23 человека хуй делать. А его. Куда Му ушел? Он говорил, что уйдет, да? Нет, 23 ушел. Ура? Нет. Че он ушел? Че, начислили все-таки, да, ГП? Просто, чтоб на будущее знать. Да, начислили, все нормально. Так...
Хорошо. Тактики будем идти. Турбоису за две шмотки начислили? Получается. За три. По половине, нет, по-моему. Не за одну, тебе за две. Хорошо, а почему тогда третьему, который лутил, не начислили? Блять, вы как меня заебали. Вот там двое распилили. Ну, распилили три шмотки, три человека лутало. Да ладно нахуй, блять. Два человека. Один человек распилил две шмотки. Но один человек распилил две, один твисер распилил, блять, плащ. Я ролил тоже на диспел. Все нормально теперь? Там ты делаешь, об этом и говорю, что. Диспелило три человека ж. Почему-то только два страдают. Ебать вы, сука. Ладно, разговор о том, что просто жалко плащ, а остальное вообще похеру, мне кажется. Ну, Твинси ушла. Чего, что ли, у нас? И как так? Блин, я думал, сегодня с демоном как раз и уверхил. О чем базар, ребята? Слышите меня? Да. Да. Ну, это за ваши разговоры. Меня заебали они. По крайней мере, блядь, на следующую ЦЛК 25-ку гер я буду. Будут такие же срачи, блядь, за ГП, за шмотки и тому хуйню, всякую хуйню я распущу просто, видели. Учтите. Всем спасибо. Спасибо. Мне кажется, мудать просто надо, Артем, потому что, ну, много слишком лишнего флуда. А что селевают-то, а ЕП раздавать не будут? А уже начислили. А, да ладно, уже? Я бы шустрый. Сколько вы боссов убили в целом? 9. Проф, Синдра, Лич, до свидания? Пока да. Время у людей не хватает. Что интересного выпало? Топ-плащ распылили, а так все хорошо. В смысле топ-плащ? Откуда? На РДД. С корабля, что ли? С Вальки. А, с Вальки на РДД? Нихуя себе. А как так получилось? Получилось, как получилось. Без мастера, что ли, ходить? Ладно, забей. Просто пораспылили. Не понравился цветом. Все. Не поставили лут просто. Там просто дырка под синий сокет. И чё, ни один не умудрился, блядь, занизить, что ли? Как так? Ну, я попросил всех отказаться, чтобы не дрочиться с разролом, а еще раз нажать правую кнопочку и раскидать через мастер лут. Об этом мы узнали только потом. Поэтому много людей нажали отказаться, а некоторые нажали распылить. И те, кто нажали распылить, они шмот пыльнули, потому что